Один шеф, 10 мышапов. Это про меня, что ли, сделали? Один шеф, шеф, 10 мышапов. Ну, конечно, рекролл. А что еще тут могло быть? Дай братишкинов называть шефом. С тебя все угорает, тебе назвать рэпом. Зачем банишь галки, чувак-то странно. Дай братишкинов называть шефом. С тебя все угорает, тебе назвать рэпом. Зачем банишь галки, чувак-то странно. Ставь ты чё, не справиться с вами, о чём вас кайкать. Всё неправильно видно, ебёшься с камнями, ты чё первопытный. Дай братишкинов называть шефом. С тебя все угорает, тебе назвать рэпом. Зачем банишь галки, чувак-то странно. Бля, хуета почему-то, не? Я ебал козу покруче был. Забудьте, что я сказал, блядь. Я просто наваливаю космос, а как ты читаешь, чувак, это просто. Я понимаю тост, но никогда не поздно собрать себе склад людей разного возраста, разного сорта, медиа, гигантов, пятен, низ. Это далеко не факт, это все было и факт. Давай-ка подише, вообще, когда ЕГЭ знаешь, перезвонишь. Я смуда что-то орнул, пизда вообще. Я просто наваливаю космос, а как ты читаешь, чувак, это просто. Я понимаю тост, но никогда не поздно собрать себе склад людей разного возраста, разного сорта. Ой, бля. Пятен, низ. Это далеко не факт, это все было и факт. Бля, вы видели, нахуй, у меня шлем какой, бля. Давай-ка подише, вообще, когда ЕГЭ. Но знаете, в чем прикол, типа, у Хесуса был? Там такие названия разъебные были, а у меня нет. Типа, там типа, была козочка с каре, я ебать крикекнул. Наш перезвонишь. Я просто наваливаю космос, а как это читается, чувак, это просто. Я понимаю то, чтобы никогда не поздно собрать себе склад людей разного возраста, разного сорта, медиа, гигантов, пять им из... Ну, тоже неплохо. Это все голые факты, давай-ка потише вообще, когда игры... Дрип-шеф! Вот мне многие сказали, что это годнота, а я не выкупил. А я реально не выкупил за этот трек. Я даже не знаю, как он в оригинале звучит. Лох, ну не, ну тут это такое. Блять, что-то слишком много меня. Шеф на девятке, блять. Чтоб вы знали, я не умею на ручки ездить вообще, на механике не умею, блять. Какой шеф на девятке, блять. Не, это пиздец. Но я думал, что меня наебали вот с этого. Не, но мут это лучше. Тихо, я вам мут сейчас включу. Это охуенно, блядь. Это 10 из 10, блядь. Хочется резинку, хочется арбузом, вау. Вау, блядь. С этого вау вообще орнул.